Крошим яблоки. Чистим, крошим, убираем внутренность. 5 штук. Мелко крошим. Сбрызгиваем половинкой лимона. Ставим все это на огонь. Высыпаем 100 грамм сахара. Когда яблоки стали полумягкими, но жидкость еще не испарилась, мы добавляем ложку крахмала кукурузного и перемешиваем. Все, крахмал разошелся, теперь мы его перекидываем на противень. Сравниваем в тонкий слой, в прямоугольной форме. Вот так делаем такой прямоугольник. Для теста берем 4 яйца, разрыхлитель 1 чайную ложку, 80 грамм сахара, 40 грамм растительного масла без запаха и 100 грамм. 4 яйца разделяем на белки и желтки. Белки будем взбивать. Белки взбиваем со щепоткой соли. До пены. Когда появится пена, начнем засыпать сахар. Все, наши белки взбились до пены. Вот там такая пена. Теперь мы добавляем 1 чайную ложку ванильного сахара в обычный сахар. И всыпаем в 2 приема. И взбиваем белки. Все, белки наши взбились. По 1 желтку. У меня 2-я скорость. Добавляем по 1 желтку. Можно на третью переключить. Все, желтки смешались. Добавляем растительное масло. Вот 40 грамм растительного масла. Теперь в муку добавляем разрыхлитель. 1 чайную ложку. Муку высыпаем через сито. У нас было 100 грамм муки. И постепенно смешиваем. Потихоньку, не спешим. Мука вмешалась. И тесто распределяем по нашим яблокам. Тесто разравниваем так, чтобы яблоки покрылись. И тесто было дальше. Края свисали с яблок. Вот такой должен получиться пласт. И ставим духовку на 180 градусов. Готовим крем-пломбир. Для крема пломбира нам потребуется заварная основа. Заварное мы берем 1 яйцо. Перетираем с сахаром. Добавляем крахмал 1,5 столовой ложки, 200 миллилитров молока. Тоже все смешиваем. Ставим на плиту и при постоянном помешивании доводим до кипения. Заварная основа заварилась. Теперь накрываем все пакетом полиэтиленовым в контакт и оставляем остывать. Можете пленкой накрыть. Для крема я взбиваю сливки. 33%. 2 пакетика по 200 грамм. Взбиваю ванильный сахар. Все взбиваю. Заварная основа остыла. Теперь мы сюда добавляем 50 грамм сливочного масла. Мягкого. Смешиваем. И эти сливки добавляем партиями. Заварной крем и смешиваем. Перемешиваем до тех пор, пока полностью не объединится каждую порцию. Теперь мы берем наш крем, вот такой крем получился, и промазываем наш корж, который испекся. Так, промазали, теперь надо свернуть это все в рулет. И в холодильник.